Ну что, друзья, сегодня я устроил небольшой челлендж для своих подписчиков. Каждый останется доволен, я уверен. А чтобы не пропускать новые челленджи, подпишитесь на мой инстаграм и на мой телеграм. Ой, и на мой тикток, чтобы быть в курсе всех новостей, всех событий, всех новых видео и участвовать в челлендже. Бон аппетит. Спасибо. Не-не-не, спасибо. Давид за ВДВ хотел. Нихуя! За ВДВ? Разве что кому-то. Че, Лера тоже будет участвовать, да? Тоже будешь? Нет. Ты когда занималась последний раз? А? Когда занималась последний раз? Вчера. Вчера? Да. Чем? Спортом. Каким? Ты сказал, что подшлемника стоит вроде 200 или 100 с чем-то гривен. Да. Заехала 180. А где? В этом. В господаре? А, бачишь? Балаклава. Балаклава. Ага. 180. Рыбаска. Нормал. Рита туточки. Привет. Ванчик, здорово. Привет. Рыбачил. Да, привет. Что ты? Нормально. Где съемка за 300? Ты гуляешь? М? Гуляешь? Понятно, что мама. Нормально. Что там Кирюша? Спой. Ну что, едем на стадион тогда. На салют сюда. Там будем проводить мероприятие. Только вы по щелчку доедете, а мы пока сесть-то не успеем. Ничего, едьте. Мы ждем там. А? Ну, может, кто-то подойдет, я сейчас запишу, что мы там будем. Каким матом мотонинцем не накрывал, чуешь? Кого кто? Матом мотонинцем. Да. Попався, як його в ютубі щось. Попався, дивися, там мотонінський паспорт, паспорт. Там не, не он, то його дружбан какой-то, Кент. Вообще, такую, ну, у него миллионная аудитория, а он такую фигню пропагандирует. То есть это, ну, вообще неправильно. Он должен быть либо нейтральный, либо сказать там, нет войне или что-то подобное. А этот негодяй вот такую дичь несет. Это неправильно. Вообще неправильно. Ну, это ж такое, каждому свое. Все, давай на стадиончик, сейчас там пересечемся. Просто кружок накинуть. А что вот это щелкает? То он остывает так. Цок. 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 Металл. Банда. А? Банда, кажу.
17-й? Там що було? В мене цей спрашував, а що буде, якщо сюди подивитися і ти газанеш? Нічого, воздух получить. Я йому сказав, я йому. Ну да, я уже так делал. Ты делал в прошлый раз. Видео, возле там чистой воды, че что там. Да, да, да. Там да. Ну там асфальт хороший, так гладенький. Он стирается вроде сильно покрышка. Ну да, есть такое. Ну, там кинешь парочку. Да. А ты будешь так делать на конкурсе? Сегодня че что? Я даже по видео не бачу, я не успів повернути. Там не в конце відео, в начале чи в конце. Ну що? Давид мене іспугав, сказав, а якщо для страну строю, то типа, хто більше потягне? Да, зараз буде все, і присідання, і підтягування, і віджимання, все що... Я мені рекорд був, що 50 разів я джав. Зараз? Да. 150 раз? Я от пола? Потянуть не зможу. Я зможу пару раз, но я раз. Будуть присідати і хіпси їсти. Ні. Все, зараз з чого будемо починати? Давай. Присідання. З присідання? Давай. Хто більше присів, тот... Красав. Що поїхало? 34, далі погнали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вона на задній сісти. Начальник. 101. 102. Все, не можу. Пойдет, 102. У тебе 34 було, да? 34, 102. Давай. 102. 103. Ну все, ти вже побідів, в принципі. Все вже. Все, ти вже віннер зробив. Ну що, віддихаємо. Ти побідів в одному. Та вон. Не мав більше навіть. А та не надо, отдыхай. Мене на 80 начало трохи болить коліна. Все, хорош. Следующее, что мы будем делать дальше? Отжимания или подтягивания? Не знаю. Отжимания. Я на отжимания и на подтягивания не хочу делать. Давайте подтягиваем. Чего? Не знаю. Давайте подтягиваем. Так надо выиграть что-то. Давайте подтягиваем. Он перебил тебя, получается. Давайте подтягивания. Не, давай без подтягивания. Давайте подтягивания. Никто не сможет подтянуться. Какие выигрыши были? Пополню счет. На что? Ну, мобільний що? Та у мене його до хліна. А в мене там толку, в мене доказ дзвонить. Раз, два. А можна по-другому потягиватися отак? Можна і так. Три. Чотири. П'ять. Давай, дожми в сторону. Шесть. Нормал. Надо биться. Три. Четыре. Пять. Так шесть. Так в смысле? На биться не считается. Так чего? Не считается. За странскую закрытую. Так полностью. Так нормально. Так ты должен был набиться. Полностью считается. Я съем выжил. Нафиг не хочешь. Я съем выжил. Да я тоже так могу набиться всего так наполовину. Пошли даже 10. А ну давай. Сделай. На бицепс я сейчас могу до 10 нажать, в принципе, так. А ты уже устал. То надо было сразу свежаком. Ты все равно уже раз выиграл, ты же присел сколько раз. Красавчик. Так ты тут у нас выиграл. Ну, осталось отжимание. У тебя шансы на отжимание выиграть. Там у него как-то мало шансов. Он выиграл почти. У него... Он тем более вот так подтягивался. Ничего страшного. А сколько он раз сейчас? Я 7 раз. Так набиться. Ну, весь это. Моя монаху тягивается. Я 6 утра. Ну все, отжимания. Остались только отжимания. Не, кашу. Не. Ой, блядь. Су-е-фа. Не, ну просто там получается, конечно, малыш. Да. Я тебе отомщу. Я второй. Як ми договаривались, короче. Я отомщу тебе. Сколько він уже? 6. Я у себе в регіоні зайняв перше місце по отжиманням. 42 рази. А я чувся 41. Мені тренер сказав, хвати, більше не треба тепер.
Він мені так сказав. Я тогда міг дав, мені тогда міг більше отжатися. Нахрен мені такої. І ще ж до сратої хвати. Скільки він живе? Так, так. Сколько, 44, да? 44. Да, хорош, хорош. Только головой, типа? С остановками можно? Да видно, головой. Можно, можно. Только головой потеряю. Ты что вообще делаешь? Сколько там уже? Блядь! Сколько там уже было? 17. Опять башкой бегает. Ты туда палку подставить. Это такой пиздец. Сначала головой, потом телом. Это дельфинчик. Дельфинчик. Ой, блин. А это больно, нет? Что? Куда ставишь брекеты? А. Пока! Новый здоровый! Здорово! Каждый поджопник будет. Здоровайся! Знаешь, как надо было сделать? Что больше раз за одну минуту? Здоровайся! Да и так пойдет. Да здоровайся, блин! 45. Нет, надо отжаться, кто больше. Я 44. Давайте не будем считать. Чё? В упоре лёжа стоит. Тяжело. Я знаю его. Залит, выходишь. 109. Красавчик. Что тут скажешь? Я попробую. Давай. Там уже будет. Устал? У тебя завтра крепатура будет ужасная, я могу представить. Я еще 50 раз уже. Да вообще жесть. Да, сегодня погодка позволяет. Что ты? Как дела вообще? Потихоньку грусть, что-то скакнуло направление, это напряжение. Свет урвало. На улице. А. Не знаю, у вас дома или нет, но у нас вырубило. Свет вырубило? Безперебойник стоит там на кухне, но это ж не на весь дом. Сейчас глянем, вырубило чи не. Да не, есть, камера работает. Можем уже так. Можем, можем. Передайте привет девочке Лере. Скажите, Лера, привет. Лера, Лера. Мои подписчицы тебе привет помахали. Я говорю, передайте девочке Лере привет. Типа, Лера, привет. Извиняться перед учителями, что ушатал учеников. Крепатура будет, в школу не пойдут. У нас строго. Или на каталке привезут такие все, учись, так само и заберут. Я дракай. Что? У меня строго. Ну як? До мене строго. Пошли тебе дракончика покажу. Думаешь, я не знаю, где учат дракончика? Давай, сразу в бензобак. Я тебе вампира покажу. Давай, сразу в бензобак. Что? Что это я не знаю про твой канал в Вайбере? Так это, это мотоциклетная группа у нас. Ну добавлю, какой вопрос? Просто, ну сейчас особо никто не катается, кому туда писать? Я в город не заезжаю, а если заезжаю, там только Илюха выезжает и все. Что? Что, у меня такая резерва, что это все хорошо. Ладно, 45, отожмите все. Пися! Пися! Ну нет, открытие! Нам это уголовно! А сколько уже раз? Дополнительным грузом один раз! Да ладно, я каждому из вас пополню счет уже, все, хватит. А то в натуре ушатаю вас, будете завтра все болеть тело, никуда не пойдете. То, что у меня еще тренировка, у меня еще соревнования через 2-3 недели будут. Ну, бачишь? Тем более. Поэтому сейчас каждый свой номер телефона я переведу по 50 гривен за ваше усердие. На счет, чтобы тебе звонить, потому что у меня нема карты. Ну, на счет, да. Так же проще.
Я буду на счет переводу. Який, ноль? Мене 98. Ага. Привет, полтинничка. На, получай. Следующий. 0,23. 0,23. У меня вообще сундук фава стоит. Нет, а она вот это вот так на стендофе. У меня 50. А там дід хоче. Больше чем. Твій який? Який у тебе дом? Так він мені дав, так він вам він дав. А, да? Поїхати на цього. А де? Ілюха! Ілюхін, да. Та тут уже цей. Китаєць, вайпер чи кіт. Зря приходив, я без телефона. В мене нова сім-карта, я не знаю свого номера, короче, я лошара, блін. Чого? Ну, блін, скинеш мені в цей. Він на інстаграм же ж підписаний май? Ну, так. Ну, скинеш свій номер, я тебе переведу тоді. Окей. Що, може я вас тут кружочок прокатну кожного? Ні, я не проти. Я не Ты крепко, да, держись, а так. Вот так вот у нас сегодня прошел день. Очень интересно, продуктивно. Малышам скинул по 50 гривен, кто участвовал. Вот как-то так. Поэтому сделайте что? Прожмите лайк, подпишитесь на канал. Если вы не здесь, то вы нигде.